Всем доброе утро. Этот обзорчик начну с балкончика здесь вот. Почему? Да потому что хочу вам показать термометр. Не пугайтесь, он грязный, так как он все время у меня на улице стоит. Так вот, температура с утреца 18 градусов. Я не знаю, какая будет днем. Предполагаю 24-25. Встает солнышко, ну и есть ветерок, не без этого. А мы сейчас быстренько, коротенько прогуляемся к морю. Хотя мне нежелательно этого делать. А что делать? Надо. Есть такое слово. Надо. Пойдемте посмотрим, что там. Так, друзья, мы на море. Московское время, сейчас скажу вам точно. 6 часов 56 минут. Море, скажу вам, спокойное. Ну, дует ветерок. Ветерок дует. Дует он, потому что море теплое и очень чистое. Смотрите, какая красота. Я, конечно, не полезу в воду, мне сейчас это противопоказано. Но я отсюда вижу, что дно прозрачное, водичка такая, ну, можно сказать, стеклышко. Такая светленькая-светленькая, хорошенькая-хорошенькая. Даже в эти утренние часы купающиеся уже есть. Она вот купается, плавает, вот в 7 часов. И казалось бы, ветерок-то такой свеженький, знаете, выходить будет свежо, но нет. Все нормально. Но только я одетый. Днем, конечно же, когда выйдет солнышко, тут будет намного теплее. Даже уже сейчас оно выходит, смотрите, какая красота. Не надо так рано приходить. Приходить надо попозже. Ну что, температуру воды вам сейчас не скажу, не полезу уж, извините. Но предполагаю, она также 26 градусов. Чистое море, спокойное, хорошее, ровное. И вот выходит солнышко. Гость программы. Так что день будет хорошим. Всем, кто приехал, все на море. Смотрите, какая красота. В лучах солнца все намного красивее. Всем доброе утро.